тоже любишь дождь? Конечно. Как же его можно не любить? Сидишь вот так, а он тебе кап-кап, кап-кап. Словно что-то важное хочет сказать. Да, а бывает и так. Кап-кап-кап-кап-кап. Как будто ругают за твой. А мне нравится вот так. Кап-кап-кап. И что это значит? Это значит, что хорошо, когда есть о чем помолчать. Ослепший дождь не увидел солнца луч. Он был красив, стремителен, певуч. И думал, что его главнее нет. Но точно так же думал солнце свет. На небе, как на ринге, два в одном. Светило солнце, ссорившись с дождем. И в каждой капле лучики зажглись. Ведь их дорожки вдруг пересеклись. Что делаешь? Промокнешь ведь? Да дождь уже почти закончился. Не понимаю, как можно не любить дождь? Это точно! А какая бывает радуга после дождя? Ты видел когда-нибудь радугу? Конечно же. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Чему вы тут радуетесь? Дождю. Нашли чему радоваться. Ну, дождь, это же чудо природы. И после дождя бывает радуга. Не знаю, где вы увидели чудо. Выдумали какую-то радугу. Дождь – это сплошная грязь, слякоть и промокшие кроссовки. Да что ты знаешь про дождь? Вы слышали? Что? Да ничего, видимо, показалось. Ой, смотрите, что это? Смотрите. Что это? Ну и кто тут сказал, что дождь? Это сплошная грязь, слякоть. И промокшие кроссовки. Допустим, я. И что? А то, что ты не прав. И я тебе сейчас это докажу. Ну что ж, начнем. Во всем есть что-то хорошее и что-то плохое. В том числе и в каждом из нас. Все дело в нашем восприятии к жизни. Одни видят цветы на клумбах, которые выросли после дождя, а другие – лужи под ногами и грязь. Одни смотрят на барабанящий дождь по окнам и размышляют о вечном, а другие закрывают шторы, чтобы скрыть все признаки непогоды. Но ведь так и есть. Разве после дождя не бывает луж и грязи? Разве не портится настроение в плохую погоду? Конечно, бывает, и настроение может испортиться. Но все зависит от твоего отношения к происходящему. Радуга тоже бывает, но почему-то ее замечают и радуются не все. Гораздо легче увидеть плохое, нежели чем разглядеть хорошее. То есть получается, я сам должен искать это хорошее? А ты как хотел? Думаешь, тебе все будут приносить на блюдечке с золотой каемочкой? Нет, друг мой милый, так дело не пойдет. Красота в глазах смотрящего. А можно я с вами тоже буду слушать? Конечно. Ой, смотрите, это, наверное, человек дождя, что-то несет привет. Это точно. Красота в глазах смотрящего.